Звоните в колокол! Есть два вида богатства в этом мире. Можно иметь много денег или много друзей, но не все вместе. С этого момента я отказываюсь жить в бедности. Я хочу обсудить с вами кое-какие дела. Нечто хорошо спланированное, что-то крупное. На сколько? 60 миллионов. Кого ты хочешь похитить? Если мы возьмемся за это, нам нужно убедиться, что копы смотрят в другую сторону. Такое дело потребует месяцев подготовки. Место, где мы будем его держать. Настоящее армейское оружие. Ты же понимаешь, что это все невероятно глупо. Не стоит с ним сближаться, не позволяй забраться в твою голову. Вчера вечером был крайний срок. Должно быть, это какое-то недоразумение. Если ты сообщишь полиции, где я нахожусь, я дам тебе половину выкупа. Это должно было занять не больше 5 дней. Это все лишь часть игры. Если твои люди не заплатят в скором времени, я не смогу отвечать за своих. Так в эту игру и играют. Ты знаешь, насколько это все серьезно? Он безумен. Или очень умен. Произошло что-то крупное. Я на такое не подписывался. Хочешь свалить? Уже слишком поздно. Разве ты не понимаешь? Теперь все мы в опасности. Похищение Фредди Хайнекена. Вы можете бежать, но вам от меня не скрыться. Озвучено по версии Грида.